Смотри, тут еще. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага, на время. И почти всех убивает Тор. Представь себе.
Словно мемориал Валькирии. Мимир, а расскажи о великане, который украл молот Тора. С радостью, парень. Это история и о твоей подруге Фрейе. Хотя вряд ли ей нравится, когда ей об этом напоминают. Великана звали Трим. И он был достаточно хитер, чтобы украсть Мьёльнир, пока его хозяин спал. Но, увы, Трим не всегда думал головой. Он умудрился украсть у главного врага великанов его сильнейшее оружие, а потом предложил асам вернуть молот в обмен на свадьбу с Фрей. На тот момент Фрейя была супругой Одина, и тот был готов обменять ее хоть на чашу крепкого меда. А тут ему в руки шел такой шанс. Дворец Трима находился в Йотунхейме, и только великаны знали туда дорогу. Согласившись отдать Фрейю, асы должны были проводить ее в дом будущего мужа. И Один заставил Фрейю спрятать Тора с помощью магии, чтобы он проник в Йотунхейм вместе с родней невесты. Знаешь что? Я попозже расскажу. Куда же? Что
с ним случилось? Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Мимир, ты в тот раз историю не закончил. Кто, я? Ах, да! Один отправил Фрейю на свадьбу с Тримом. Тор же под покровом чар последовал за ней, надеясь вернуть молот. Когда в качестве свадебного дара вынесли молот, Тор раскрыл себя. Он схватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Триму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории? Ну, для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фрейи. За добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех девяти мирах, этого у тебя никто не отнимет. Кто-то сделал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева?
Смотри. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Инунага. 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 Еще такие. Отлично. Еще имя. Эйр. А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме? Приглянулся. Что же еще?
пошли! А, Фафнир. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый! Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующий алтарь и освободим беднягу? Да, парни? Он мне вовсе не друг.
Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Смотри. Интересно. Не знаю, после нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами.
Так, мелкий уродец, ты свободен. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Еще имя. Где Эрдрифул? Ну, вот и все. Гондул, смотри. Может, теперь мы выживем в бою с Валькирией?